Уважаемые подписчики, зрители моего канала, пришло время не только мне работать, показывать, что я могу, пришло время и Вовочке нашему поработать. Притащил он свой бойлер, аристоновский. Здесь два, скажем так, резервуара, один здесь и один вот здесь. Соединяются они вот этой вот металлической трубочкой, гофрированной, нержегофрочкой такой. И вот она по ходу дела потекла. Сейчас мы будем расковыривать, смотреть, что там, пытаться исправить. Чтобы снять вот эту панельку, нам надо снять вот эту вот штучку. Крутилочку, так скажем. Под этой крутилочкой вот тут вот саморезик. Сейчас Вовка его вывернет. Здесь, где провода, мы сделали несколько фотографий, чтобы нам ничего не перепутать. Панельку вот подкрутил, приподнял, и она снялась. Все, проводулечки, вот они. Здесь сейчас проводульки все выдернем и туда уберем, чтобы они не мешались нам. Здесь термопар целиком. В общем, бойлер сначала затянут поролоном обычным, а потом уже поверх поролона затянут пеной. Вот, гаечка открылась. Вот это, скорее всего, течет. Да, вот эта вот гайка течет у нас. Угу. Тут вот как раз мокрая. Все, сейчас вот здесь аккуратненько вырежем побольше места, чтобы гайку освободить. Выковырили мы вот такой вот квадратик. Здесь стало хорошо видно, что ржавчина уже появилась. Сейчас будем пробовать открутить эту гаечку. Ну, скорее всего, откручивать будет затянуто. Здесь, наверное, тоже расковырять придется. И целиком эту перемычку снимем. Расковыряли мы и здесь, чтобы открутить две ключики на 24. Вовка за рулем ключа. Он сегодня у нас управляющий аппаратом ключей. Я сегодня оператор, а Вовка ремонтник. Притащили его. Будем еще видео у нас про мотор посмотрим. Здесь стоят обычные резиновые кольца уплотнительные. Сильно болеть здесь нечему. Здесь трубки двойные, снаружи нержавейка. Здесь сделано, в общем, смотрите, как прикольно. Наружный контур нержавеющий, бак нержавеющий, это все еще старого образца. Потом уплотнительное, не кольцо, как сказать, проставка. То есть это двухкомпонентная труба внутренняя. Вот здесь непонятно что, здесь надо разбираться. А вот эти вот выходы, они также двухкомпонентные сделаны. Подача вот холодная. Из одной трубки 15 литров, а с другой трубки все 30, да? 15, это все 30. То есть, видите, как он такой, своеобразный какой-то. Сейчас будем подбирать сюда резиновые кольца. Но я думаю, что вот эти вот черные мы не будем брать. Поедем в магазин и купим силиконовые новые. Вот она эта штучка. Сейчас Вовка крючочком аккуратненько сковырнет их. Отверстия совсем уже закрылись там у него. В общем, сейчас поедем, купим два кольца из силикона. Черные не будем больше ставить. Ну да, его просто раздавило. Купили мы вот такие две прокладочки силиконовые, накладываем их на места, накладываем их, потом берем нашу трубочку. Теперь вот эта пробочка у нас здесь будет затянута, здесь закроем, здесь будем подавать давление и проверим пенной жидкостью для поиска проколов. Все прикрутили, пенную жидкость приготовили, здесь затянули, сюда краник накрутили. Пены нет, проблема решена. Травливаем. Все, бойлер готов. Осталось запенить и собрать. Вовка все проводульки подцепил назад. Здесь вот такие, такие, такие. Здесь вот так вот образом собрано. Кто будет разбирать, чтобы не потом не парились по цветам. Остался болтик и наш бойлер готов. На этом наш бойлер закончен. Видео про этот бойлер тоже. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.